We have to evacuate the hotel. Please get the building immediately by following the direction of the green emergency sign. See to the nearest exit. Do not use the elevators. Use one if you can park in front of the ballroom. Please keep calm. Здание. Святой зеленой указатель. Пойдите к ближайшему входу. Пользоваться лифтами запрещено. Ребят, перед входом, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Временно, да, приостановимся. По воскресеньям задаю вопрос Михаилу Борисовичу в эфире на его YouTube-канале. И в любой момент там можно оставить тоже вопросы в комментариях, можно оставить в чат-бот телеграм-канала. В общем, самый открытый человек, пожалуйста. Я думаю все время, что уже все вопросы исчерпаны. Но каждый раз смотрю, ну такие хорошие. Можно я начну со своего? Сегодня поломаем систему. Пользуясь положением. Когда мы были в Нью-Йорке, я получила фидбэк от тех, кто пришел, и ребята сказали, что мы до этой встречи вообще не смотрели, не слушали Михаила Ходорковского, но потом пришли на встречу и поняли, что у нас с ним мысли совпадают вообще во всем. И сейчас подпишемся на его каналы. Так вот, скажите, пожалуйста, какова цель вашей встречи с диаспорами? Вы хотите увеличить количество подписчиков или открыть представительство свое? Что вы хотите добиться этими встречами? Для меня, на самом деле, встречи с диаспорой – это, с одной стороны, понимание того, какие проблемы стоят перед теми людьми, для которых существенную часть времени мы с коллегами работаем, вот понять, а в том ли мы направлении плывем. Понятно, что с американской диаспорой здесь гораздо меньше контактов, но, тем не менее, какие-то проблемы являются общими. Во-вторых, это, конечно, призвать вас, уважаемые коллеги, и тех, с кем вы потом будете общаться, к тому, чтобы оказывать имеющимися у вас возможностями воздействия на ситуацию в России. Поскольку очень многие проблемы решать изнутри России можно только с огромным риском. Это, в частности, вопросы, связанные с контрпропагандой. Другие вопросы решать невозможно вообще. Это то, что связано с лоббированием внутри, например, американской политической системы. Вы это можете делать. Мы понимаем все, что наша российская диаспора в этом отношении является гораздо более слабой, чем другие. Вот хотелось бы призвать этот недостаток восполнить. Как вы планируете изменить менталитет молодого поколения, которое выросло при Путине? Я вам расскажу историю, которая у нас была в компании «Юкс». У нас был целый ряд моногородов. И дети в этих моногородах мечтали о том, что они станут нефтяниками. Вот ты приходишь в класс и просишь детей сказать, кем они хотят быть. Они тебе говорят, там, буровиками, операторами добычи, еще что-то такое. А я-то знаю для себя, что с учетом увеличения эффективности, технологической эффективности, для них не будет столько рабочих мест. Мы за время работы подняли эффективность практически в 10 раз. Ну, может быть, не в 10 раз, но в 3-5 раз сократилась численность потребного персонала. Мы понимали, что просто для детей этой работы нет. Да и вообще, честно говоря, очень печально, когда дети, как маленькие старички, формулируют свое будущее вот именно вот такими вот... Может, они и станут операторами добычи, да? Ну, мечтать-то в детстве надо о другом. И тогда мы открыли компьютерный класс. Тогда это было еще совершенно в нове. Мы начали обучать школьных учителей работе, обучению с использованием интернета. И открыли вот эти вот интернет-кафе, где люди могли прийти, и дети могли заниматься сами в этой сети. Прошло меньше года. Мы провели заново опрос.
кем хотите быть. Летчиками, космонавтами. В общем, все как абсолютно нормально, все как в больших городах. Вот социальные сети создают возможность для того, чтобы люди изменили свой взгляд, свой подход. Вот молодое поколение изменило свой взгляд, свой подход. Но не просто. Вот просто так социальные сети этой возможности не дают. Они могут играть и ровно в обратную сторону. Для этого с ними надо работать. Для этого, увы, как и везде, взрослым надо с этим работать. Спасибо. Согласна совершенно. Я недавно от своей дочери получила сообщение, где были выжимки из нового учебника истории про украинский неонацизм. Просто там одну страницу прочитала, и ужас. Что будет после того, как не станет Путина? Сейчас посылаем коллективное желание. Нас тут много очень. Что будет? И что должно быть? Но... Про должно быть, конечно, отвечать приятней. В истории нашей страны есть подобная ситуация, и мы все можем вот в этом смысле ретроспективно приложить к путинскому режиму то, что было после слома режима Сталина. Ну, не ухода Сталина, скажем так. Мы с вами помним, что... Ну, во всяком случае, те, кто интересовался историей, что между Сталиным и Хрущевым, который потом еще 10 лет проправил, было еще два промежуточных вождя. Я вижу как наиболее реальный сценарий именно такой, что при уходе Путина, если это не будет связано со сносом режима в целом, то будет какое-то количество промежуточных вождей, а дальше либо мы победим, либо мы зайдем на новый круг. А что значит победим? Это вот что бы хотелось. Здесь возможны два варианта. Первый вариант – это революционная партия. Революционная партия сносит то, что остается после путинского режима, и занимает его место. Это то, что произошло у нас в России в 2017 году. Это достаточно вероятный вариант развития событий. К сожалению, такой вариант развития событий практически никогда не приводит к демократизации. Ну, потому что ты берешь старую систему управления в стране, которая де-факто находится в развалинном состоянии, и тебе менять одновременно и систему управления, и стабилизировать страну не получается. Ты продолжаешь ту модель управления, которую ты взял. Мне это не нравится, потому что я считаю, что интенция такого режима будет в прежнюю сторону. Это вот почему моя книга и называется «Как убить дракона», и почему она относит идею к соответствующей пьесе. Да? Потому что дракон таким образом реанимируется. Модель вторая – это смена власти широкой коалицией, представляющей значительное большинство, когда я говорю значительное большинство, это значит не 50% и не 70%, а 90% российского общества, которое между собой договаривается, что ее цель на самом деле одна – выяснять между собой отношения в рамках честных выборов. Вот это единственная цель. Естественно, после того, как будет остановлена война и снесен режим. Вот после этого единственная цель – это выяснять между собой отношения в рамках честных выборов. Понятно, что в такой ситуации все участники коалиции захотят получить место за, ну, то, что называется, круглым столом. И это означает смену президентской модели на парламентскую. Потому что в парламентской модели большое количество политических игроков имеют место за вот этим вот общим столом, представляя соответствующие группы интересов. Что важно для России, недостаточно представлять политические группы интересов.
важно представлять и региональные группы интересов. И это нас приводит к существенной федерализации, от которой мы отошли, во-первых, на уровне конца 90-х, но, во-вторых, когда Путин начал свою федеративную контрреформу. Вот та модель, которую я вижу как преимущественную, глубокую федерализацию и парламентскую модель управления. С чем здесь придется смириться? Смириться придется с тем, что за этим круглым столом будут сидеть очень неприятные люди. Вот мы там говорим, нам не нравится Собчак, или нам не нравятся там коммунисты какие-то, или националисты. Так вот, они будут сидеть за этим столом. Потому что если мы хотим, чтобы 90% населения были в широкой коалиции, если мы хотим, чтобы не было потенциала для гражданской войны, то политические интересы этих людей должны быть представлены, как бы это ни было неприятно. Во-вторых, мы должны быть готовы к тому, что общая равновесная политическая составляющая нового политического режима, новой власти, она будет заметно левее, чем, например, мне хотелось бы, заметно националистичнее, чем хотелось бы большинству из здесь присутствующих. Но, тем не менее, избиратель, скорее всего, качнется именно в эту сторону. И с этим тоже придется смириться. У нас уже 60 вопросов. Поэтому мы давайте будем короче отвечать, наверное. И люди очень добрые лица у всех, но вопросы очень острые, поэтому хочется, чтобы вы на все ответили. Почему российский бизнес не в состоянии или не хочет финансировать все потребности антивоенного и демократического движения? Потому что те, кто готов финансировать демократическое антивоенное движение, перестают быть бизнесом. Спасибо, очень коротко. Ну, вы сказали короче, я короче. Майк задает вопрос. Что для вас лично послужило переломным моментом в отношениях с Путиным, когда вы поняли окончательно, что этот человек не остановится ни перед чем? Для меня таких переломов было два. Первый перелом был 19 февраля 2003 года, когда я сделал доклад о коррупции на встрече с президентом и понял, что коррупция проистекает именно оттуда. Вам смешно, а я тогда не понимал этого. И вот вы себе представляете, вот вы говорите президенту о коррупции, надеетесь на его поддержку, смотрите в эти глаза и понимаете, вот она сидит-то, вот она. А второй для меня перелом был 24 февраля, потому что до этого, несмотря на 10 лет тюрьмы, я воспринимал все-таки Путина как политического оппонента, с которым надо бороться, но который не является врагом. Да, винюсь, Крым, 14-й год, для меня не стал вот этим вот барьером. Я не почувствовал, что это вот такой вот радикальный перелом. Когда я увидел, как бомбят Харьков, это для меня стало переломом, после чего этот режим для меня стал врагом, с которым надо бороться, не жалея ничего. А что бы вы ответили своему другу, родственнику на заявление «Перебьем всех нациков, наведем там порядок, Львов отдадим Дагестану и устроим там шашлычную»? Ну, таких радикальных родственников и друзей у меня, конечно, нету. Вот, но у меня достаточное количество друзей, школьных друзей, с которыми у меня много десятилетий дружбы, которые имеют совершенно иное, чем у меня, точку зрения на происходящее. Я сейчас скажу то, что людям моего поколения будет понятно, а людям более молодым, может быть, не понравится.
В 60 лет ты понимаешь, что новых друзей, ну, наверное, уже не будет. И ты приходишь к выводу, что вот надо разделить личное и все остальное. И я просто со своими друзьями, про которых я вот это знаю, я с ними просто не говорю о войне. Да, может быть, это некий уровень малодушия, компромисса и так далее, но я тоже человек, и мне не хочется терять людей, с которыми, ну, вот меня вся жизнь связана. Я думаю, что с родственниками ситуация еще более острая. Ну, а пытаться переубеждать их, конечно, никто не мешает. Давайте мы сейчас дадим 2 минуты передохнуть Михаилу Борисовичу, попить воды. А у нас вопрос от Артура, и вообще таких вопросов много. Какие шаги надо принять российским организациям за границей на пути к консолидации политической мысли и активности? Это вам вопрос, но пока мы сейчас интерактив устроим. Вопросы про консолидацию, про коалицию, про объединение много оппозиции. Иногда мне кажется, что это такой запрос от общества, который мы сами придумали себе, вот типа надо и все. Ну или иногда в комментариях прочитали. Но поскольку нас здесь много, предлагаю проголосовать. В прошлый раз мы голосовали по выборам, а теперь давайте проголосуем по коалиции. Насколько вы считаете, что коалиция оппозиционных сил российских необходима? И первые поднимают руку те, кто «за». То, чтобы была коалиция оппозиционных сил. Вот смотрите, я за, например. Ого. А кто против? 3, 4. Угу. Так, а вы что ответите на этот вопрос? Как, какие шаги нужно предпринять? Смотрите, я всегда прошу людей очень четко делить между коалицией и объединением. Это в моем представлении совершенно разные термины. Когда мы говорим про единство коалиции, про объединение оппозиционных сил, мы говорим, что вот у нас есть единый и неделимый вождь, а вот у нас есть единая и неделимая оппозиция. Мне бы такой ситуации бы ужасно не хотелось, потому что это бы означало, что мы просто одного вождя сменим на другого вождя, боюсь, что даже с тем же самым знаком, потому что вот суть вождизма, она вот в том, что сегодня вытворяет Путин. Оппозиция, демократическая оппозиция, она тем и хороша, что она представляет совершенно разные точки зрения. Вообще, на самом деле, демократия – это совсем не тогда, когда меньшинство подчиняется большинству, как говорит Владимир Путин. А демократия, современная демократия, во всяком случае, это способ сосуществования меньшинств. Вот мы все являемся меньшинствами. Иногда мы входим в несколько меньшинств одновременно. И эти меньшинства между собой должны находить общий язык для того, чтобы вместе выстраивать жизнь. Вот как находить этот общий язык? В диалоге. Как организовать диалог? Как собраться тем, кто за то, чтобы выстраивать диалог, против тех, кто говорит, нам диалог не нужен, нам нужна единая и неделимая власть. Вот сегодня такой человек Путин и его окружение, который говорит, мне не нужен диалог с обществом, мне нужна моя власть, и я ее удержу, чтобы вы все про это не думали. Вот для этого форма вот этого вот диалога – это коалиция, у которой на самом деле, как я уже говорил чуть раньше, очень простые задачи – остановить войну и разрешить противоречия между собой на честных выборах. Вот все. Левые, правые – националисты, интернационалисты. Это все пускай решает избиратель. Мы между собой договорились только о том, что не надо воевать, и мы решим между собой вопросы на честных выборах. Вот это коалиция. Путин – это человек или система, спрашивает Юрий. Путин – это бандит.
И та система, которая у него есть, она абсолютно бандитская. Вот в этом его особенность. Это вот то, что я говорю здесь западным политикам, что вы должны понимать, что Путин – это не ваш коллега. Это человек с совершенно другой сущностью внутренней. Это бандит. Я вам приведу один пример, который для меня стал абсолютно убийственным. Если вы помните, такой был у нас при Медведеве председатель Верховного арбитражного суда Иванов. Кто-то помнит, кто-то нет. Я его сильно не люблю, потому что он там принимал участие в деле Юкоса и сделал много чего нехорошего. Но, тем не менее, он выстроил арбитражную систему в России, которая стала достаточно эффективной на тот момент. Да, сейчас понятно, что она бы не работала в любом случае, но на тот момент она стала достаточно эффективной. Он ввел прецедентное право, он ввел историю, связанную с арбитражными заседателями. То есть это все было очень важно и полезно. И вот вернулся Путин. Ему надо было убрать Иванова для того, чтобы, так сказать, ни у кого не возникло мысли, что Медведев может остаться или прийти заново на новый срок, ну или еще как-то, чтобы никто не напоминал о том, что Путин уходил. Как он мог убрать Иванова? Да любым способом. Ну вот, хошь таким, хошь сяким, так сказать. Он его убрал, ликвидировав высший арбитражный суд, слив его с Верховным судом. То есть, де-факто, ликвидировав вот эту вот, ну, во многом ликвидировав, не полностью, ликвидировав вот эту вот достаточно эффективную арбитражную систему, которая была создана. Он не верит в институты, ему институты не нравятся. Он верит вот в личные взаимоотношения. И это деинституциализация страны, она на самом деле штука совершенно опасная, потому что государство – это правило. Если эти правила и институты, если человек на протяжении 25 лет разрушает правила и институты, то мы имеем деградацию страны. Это вот то, о чем мы, собственно говоря, говорили. Деградацию государства. К счастью, российское государство все-таки достаточно устойчивое, у него длинная история, и так просто его разрушить не удалось. А то бы мы уже на сегодняшний день имели бы на территории России, ну, что-нибудь там напоминающее каменный век. Вот, ну, но Путин туда стремится. Очень хороший вопрос от Алины. Разделяете ли вы мнение, что российское общество находится в глубоком культурном кризисе, характеризующемся апатией и нигилизмом? И видите ли вы выход из него? Я полностью согласен. Это вот то, что сегодня подтверждают целый ряд социологов, которые исследуют российское общество. Если определить российское общество одним словом на сегодняшний день, его состояние, это апатия. И что с этим делать? Понимаете, почему у людей апатия? Потому что они чувствуют, что с их жизнью что-то не так, а понимают, что сделать ничего не могут. Неважно, на самом деле, правильно они понимают или неправильно. Я думаю, что неправильно, они могут что-то сделать. Но их убедили, что они сделать ничего не могут. И от этого у них апатия. То, что можно сделать для того, чтобы это изменить, это показать людям, что от них что-то зависит. Вот если на этих псевдовыборах можно показать, что от людей что-то зависит, если будет найдена вот такая модель, то я буду двумя руками голосовать за то, чтобы участвовать в этом действии. Если эта идея не будет найдена, значит, двумя руками за это голосовать не буду. А так, когда люди поймут, что от них реально зависит власть, когда они поймут, что реально они могут выбирать, эта апатия очень быстро пройдет. Я это наблюдал все в середине 80-х годов, когда Горбачев начал свои реформы.
Есть ли у вас какое-то простое человеческое понимание, почему российская диаспора так разобщена и имеет разные взгляды на ключевые вопросы? Я, кстати, скажу пару слов. Где Иван? Не знаю. Иван? Мне кажется, что мы вот зря посыпаем голову пеплом, потому что я не заметила, что прям сильно разобщена российская диаспора. Посмотрите, полный зал здесь. В Нью-Йорке был полный зал. Когда мы проводили в феврале митинги, Дима, где Валуев, все вместе с диаспорами участвовали в организации митингов, 121 город вышел, 46 стран. Это очень много и очень дружно. И сейчас тоже, ребята, диаспора, есть чат отдельно по мировым акциям, где они организуют различные митинги и т.п. и т.д. Мне кажется, нужна кампания какая-то к выборам президента. Мне кажется, наоборот, сейчас что-то зарождается такое. Но вы меня не спрашивали, поэтому спросим Михаила Борисовича. Вот мы сегодня как раз обсуждали эту проблему, и такой наиболее, на мой взгляд, близкий к моему пониманию ответ был в том, что большинство диаспор понимают, что ощущают, что они могут вернуться. Поэтому их интересует то, что происходит у них в стране, и они себя ощущают частью этой страны, потому что они туда могут вернуться. Российская диаспора исторически с начала прошлого века была диаспорой, уехавшей навсегда. То есть сначала в это не верили, но потом, к сожалению, с этим пришлось очень многим людям смириться. И вот этот вот налет апатии, налет ощущения, что мы здесь навсегда и никогда не сможем ничего изменить в своей стране, он разобщает людей, заставляя их интегрироваться в другую социальную общность, отказываясь одновременно от социальной общности своей страны. Я хотел бы сказать, что те, кому сегодня меньше 60, могут быть точно уверены, что они смогут вернуться к себе в страну, в демократическую Россию. Я не скажу, что я, как Геращенко, в свое время готов положить две руки на отрубание за это, но я скажу, что вероятность, она очень высокая. И это понимание на самом деле у людей есть. И именно поэтому сейчас российская диаспора, это вот то, о чем Настя сказала, российская диаспора в разных странах начала образовываться, начала стусовываться между собой, потому что появилось ощущение, что мы при нашей жизни сможем туда вернуться. Навсегда, на время, неважно, но это наша страна, мы на нее влияем. Интересный вопрос от Марии, набрал много лайков. Давайте мы с вами пополам ответим, а то я тут не для гендерного баланса же просто сижу. Какой комплимент вы получаете больше всего? Я первый отвечаю, хорошо? Значит, я постоянно читаю комментарии под выпусками «Итоги недели» с Михаилом Ходорковским, потому что меня там всячески разно ругают. Но Михаилу Борисовичу всегда пишут комментарии, что у него красивые накачанные руки. Приятно же, да? Для меня любимый комплимент – это когда мне пишут, чтобы ты сдох. Это я понимаю, что зацепил. То есть накачанные руки не цепляют, да? Ну ладно. Личный вопрос с восклицательными знаками. Почему вы не уехали из России до того, как вас посадили? Мы очень за вас переживали. Очень. Два восклицательных знака. Я должен сказать, что те резоны, которые были у меня, они существенно отличаются от тех резонов, которые, возможно, заставили нынешних оппозиционеров остаться в России или вернуться в Россию. У меня была компания, в которой на момент начала дела ЮКОСа работало 120 тысяч человек. Я прекрасно понимал, в тот момент у Путина была на Западе совершенно другая репутация. Я понимал, что если я уеду, то меня никто больше никогда не услышит. Именно не услышит, в смысле, не услышит то, что я скажу. А это значит, что значительная часть от этих 120 тысяч человек, за время дела ЮКОСа 3 тысячи человек только прошло через допросы.
будет считать, что, может быть, они действительно работали на преступную организацию. Может быть, действительно, они потратили там, 7 лет своей жизни, работая на какую-то банду, на каких-то мафиози. И я знал, что единственный способ для меня донести свою точку зрения, убедить людей, что это не так, что их пытаются обмануть, это вернуться и выступить в суде. Тогда судебная трибуна давала такую возможность. И с этой точки зрения мой план реализовался полностью, потому что мне такая трибуна была предоставлена. Люди, а я сейчас говорю конкретно про вот эти 120 тысяч человек и про членов их семей, меня услышали. И именно поэтому из тех 3000 человек, которые были допрошены по делу ЮКОСа, на так называемое сотрудничество со следствием, когда люди подписывали все, что им сказали, пошло только 2 или 3 человека, я сейчас уже не помню, из 3000. Я этим горжусь, я этим буду гордиться до конца своей жизни. То, что оказалось моей ошибкой, я думал, что, ну как, знаете, анекдот на это, у судьи спрашивают, сможете ли вы осудить невиновного человека? Он говорит, ну что вы, я, конечно, дам ему условно. Ну, сегодня это не так уже. Сегодня, так сказать, дадут 25 лет, как Владимиру Кормурзе, и, так сказать, без вопросов. Но тогда это было правдой. Так вот, я думал, ну, что мне дадут? Ну, 4 года максимум. Казалось, 10 лет. И чудом меня, чудом я оказался на свободе благодаря Олимпиаде, благодаря тому, что Путин перед Олимпиадой решил наладить, ну, восстановить отношения с Западом. Повезло мне и девочкам из Pussy Riot. Каким вы видите идеальный сценарий будущего России через 5 лет? Путина больше не будет с нами. Идеально, да. Давайте на этом остановимся. Валя спрашивает, что вы думаете про то, что говорит профессор Соловей? Кто его источники информации? Почему при всей сказочности его предсказаний его продолжают всюду приглашать? Вы знаете, человек такое существо, он, с одной стороны, ну, каждый человек в отдельности, в общем, достаточно умный и прагматичный, а с другой стороны, ему все равно хочется слышать что-нибудь приятное. Женщине хочется слышать, какая она красивая. Мужчине хочется слышать, какие у него там сильные руки, да? Вот. А россиянам хочется слышать, что Путин помер. Давайте небольшой блок личных вопросов сейчас для Михаила Борисовича. Первый. Откуда вы лично черпаете энергию, оптимизм и надежду? Ну, блиц давайте, чтобы там не 15 минут. Ну, энергию, понятно. Вот, а оптимизм... Непонятно вообще. Чего? Выпиваю. Комбинировать надо уметь грамотно. Вот, оптимизм. Знаете, поскольку в моей жизни был 91-й год, я знаю, что все может измениться вот так, в одну секунду. Я это видел. Знаете, в 80-м году, я только школу закончил, как раз в 80-м году, и нам казалось, что ну вот оно вот как было, так оно и будет всю нашу жизнь. Потом бах, Брежнев помер. И в моей жизни таких случаев было ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять. Вот когда казалось, вот теперь уже все навсегда, а нет, раз и перевернулось. Это мне дает оптимизм. А надежду? Ну, знаете, я вот... У меня так сложилась жизнь, что я общался с самыми разными россиянами.
Я лично был знаком со всеми тремя нашими президентами, да? Горбачевым, Ельциным и, к сожалению, Путиным. Ну, Медведева можно не считать за президента, но я с ним тоже лично знаком был. А мы теперь все знакомы через одно рукопожатие, представьте. Одновременно я сидел с людьми, которые, некоторые из них, ну, в общем, совершили очень тяжелые преступления. На самом деле очень тяжелые. Я сидел с теми людьми, которые работали, ну, вот обычными пастухами в Читинской области. Так, знаете, Забайкальский край за 600 километров от Читы. Большая часть из этих людей была совестливая. Вот, ну, вот таких вот, вот по-настоящему бессовестных людей очень мало я встретил в своей жизни. И большинство из этих людей ценили то, что они живут в России и хотели для России добра. То есть даже вот человек, еще раз, он живет на границе с Китаем, но он знает, что он часть России, и он хотел бы, чтобы это так и осталось. А еще очень интересно. Есть места, где отъедешь в Европе на 50 километров, и люди говорят уже на другом языке или сильным диалектом. А вот я половину своего срока сидел в 90 километрах от китайской границы, а половину своего срока сидел в 90 километров от финской границы в Карелии. И у всех одинаково чистый русский язык. То есть Россия – страна с культурной точки зрения достаточно единая. И вот это мне внушает оптимизм, что Россия сохранится, и что большинство людей, которые на самом деле хорошие люди, они сумеют эту страну выстроить так, чтобы за нее было не стыдно. Мне кажется, вам очень нравится отвечать на личные вопросы. Вы отвечаете дольше. Да, это очень приятно, потому что, так сказать, они несложные. Хорошо, еще один несложный вопрос, последний, личный. А верующий ли вы человек? И где надежнее дружба, в тюрьме или на воле? Чего надежнее? Дружба. Первый вопрос мимо, а второй... Мимо. Не хотите отвечать? Не хочу отвечать. Okay. Вот, а второй вопрос – это... В тюрьме дружбы нет. В тюрьме, если тебе кто-то предлагает дружбу, то ищи у него за спиной опера. А на свободе дружба, конечно, есть. Теперь к серьезному. Какие у вас расхождения с ФБК? Хотите, к личному вернемся? У нас целый ряд дискуссий, которые мы ведем чаще всего, к сожалению, заочно. Но базовый вопрос все-таки, на мой взгляд, в том, желает ли ФБК быть частью демократической коалиции, либо она желает по-прежнему вести свою линию отдельно. Еще раз, кто я такой, чтобы говорить ФБК, какую им надо выбирать линию? Но мне, конечно, было бы приятно, если бы мы могли вести разговоры за единым круглым столом. Как помочь Навальному? Чего? Навальному как помочь? Ну, да, убирая те вещи, которые, от нас не зависят, от нас зависят две вещи. Это касается и Алексея Навального, и на самом деле Владимира Карамурзы, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и других политических заключенных, я всех не перечислю, их сегодня, к глубокому сожалению, сотни и сотни. Во-первых, нам надо показывать, что они не забыты.
Это важно и для нас самих, и это важно для них, потому что тюремщики тоже люди. Они побаиваются беспредела по отношению к тем заключенным, о которых помнят. Почему? Это отдельный разговор, но реально побаиваются. Вторая история, она связана с освобождением. Здесь я вступаю на тонкий лед, потому что, ну, например, Илья Яшин заявил о том, что он не хочет, чтобы его обменивали. Но, тем не менее, я считаю, что такую возможность мы должны для этих людей обеспечить. А для того, чтобы эта возможность была обеспечена, они должны быть на повестке дня. То есть вот каждый наш разговор с западными политиками, с теми людьми в Украине, с которыми мы можем позволить себе говорить, каждый этот разговор должен включать в себя эти фамилии. Вот обязательно. Тогда у нас существует шанс, что в случае возникновения какой-либо оказии вопрос об этих людях окажется на повестке дня. Вот это в наших силах. Все остальное пока относится к решению более глобальных вопросов о существовании этого режима. А как усилить гражданское общество, чтобы оно само стало агентом перемен, а не пассивно ожидало очередного безумного решения Кремля или смены конъюнктуры? Я считаю, что формирование демократической коалиции – это путь к тому, чтобы гражданское общество обрело субъектность. Вадим спрашивает, период с 2014 по 2022 был ключевым для борьбы с существующим режимом. Почему российская оппозиция упустила это понимание, дав режиму шанс на войну? Может быть, кто-то мог бы сделать что-то большее, чем сделали те люди, включая меня, которые в эти годы занимались оппозиционной деятельностью. Мы сделали то, что могли. Мы где-то ошибались, мы где-то поступали неправильно, мы где-то не находили общий язык. Но нам казалось, что то, что мы могли, мы делали. Я соглашусь, что мы недооценили весь драматизм того, что началось с украинского Майдана и продлилось через захват Крыма. Ну, еще раз хочу сказать, мы только люди, мы не пророки. Послушав вас, мне кажется, что вы по-прежнему остаетесь добрым, мягким и наивным человеком. Это не вопрос, это утверждение от Руслана. Ну, в отношении наивным согласен, а добрым и мягким в компании «Юкс» имели другую точку зрения.